Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главная тема выпуска. Споры о Самаре. Жителям предлагают выбрать логотип города к чемпионату мира. Непростая задачка. В Постниковом овраге, несмотря на плотную застройку, нашли место для новой школы. Обучать играя. На форуме всероссийского значения педагоги обсуждают, как сделать дошкольное образование более эффективным. Кто так ездит? Сотрудники ГАИ взялись за водителей мигрантов. И среди купцов были романтики. Кто стал главной женщиной в жизни Егора Анаева, построившего Самарскую кирху? Самарцам предлагают подключиться к разработке логотипа города. Уже сейчас готовы 4 варианта. Их эскизы сделаны питерскими специалистами во время работы над концепцией благоустройства Самары к чемпионату мира. Она вызвала бурное обсуждение среди профессионалов и горожан. Мнение сторон выслушала Валерия Макарова. Логотип – это как одежда, по которой встречают. Тем более он нужен городу, который принимает чемпионат мира для брендирования туристической продукции и инфраструктуры. Недавно опубликованные в сети варианты вызвали бурное обсуждение, и потому к созданию логотипа Самары приглашают всех ее жителей. Свои работы можно присылать на электронную почту Департамента градостроительства до марта 2017-го. Те предложения по логотипу, которые будут направлены инициативными группами или гражданами, мы готовы вывести на сайте администрации на всеобщее обсуждение. На мой взгляд, это самый лучший подход в этой ситуации, потому что, повторюсь, это самая сложная дизайнерская задача. Разработка логотипа – это лишь малая часть подготовки к Мундиалю. В Самаре принята единая концепция благоустройства. Документ в 30 томов. Это курс, по которому в ближайшие годы будет развиваться городская среда. Этот документ рождался в муках и имеет все необходимые согласования. В документе проанализировано больше 70 улиц гостевого маршрута. Для каждой даны рекомендации по цветовым решениям зданий и их подсветке, системе городской навигации, зонам торговли, отдыха и парковочных пространств. Наверное, самые большие преобразования ждут вот эту территорию – стрелка реки Самары. Сейчас здесь располагается достаточно закрытая промзона, хотя место видовое, потому открыть его для простых самарцев предлагают власти города. В концепции благоустройства Самары к чемпионату мира заложено, что здесь создадут общественно-деловую зону и зону отдыха. Появится набережная, пляжи, жилые дома и дворец бракосочетания. Особенно жителей порадовала идея продлить пешеходную зону улицы Ленинградская до набережной. По проекту там могут появиться уличные кафе и велосипедные дорожки. Я считаю, что это прекрасно будет. Хорошая идея, думаю. Потому что все равно спускаются до набережной по этой улице. Действительно, в этой части неудобно. Являюсь заядлым велосипедистом, и если тут будут организованы велодорожки, было бы очень здорово. Концепция благоустройства Самары – это не только идеи на будущее. Ее рекомендациями уже сейчас пользуются при ремонте фасадов зданий на гостевом маршруте. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Вместо заброшенного недостроя – новая школа. Уже в ближайшее время в Октябрьском районе Самары приступит к строительству. Место нашли рядом с новым микрорайоном, куда уже переехали тысячи семей. За последние 3 с лишним десятка лет это будет первая вновь построенная школа в районе. Репортаж Марины Кравцовой. В новый микрорайон в Постниковом овраге переехали жить уже тысячи самарских семей. Среди новоселов и семья Деменчук. Молодая мама Вера уже задумывается, куда через 4 года пойдет учиться сын. Детей в микрорайоне очень много. Мест в школах не хватает уже сейчас. И когда вырастут все малыши, просто им некуда будет идти. Вот, поэтому, конечно, обязательно нужны еще школы. Вот, потому что микрорайон новый, детей много и очень много малышей. Через дорогу от высотных домов 58-я школа, где ни одной свободной парты. В этом году набрали целых 5 первых классов. Всего же в 2 смены здесь учатся более 1200 школьников. И с просьбой принять ребенка родители из новых домов приходят почти ежедневно. Демографическая ситуация в области за последние годы улучшается. Это плюс, а мест в школах уже не хватает. Особо острый вопрос стоит в Октябрьском районе Самары. Мы в этом плане, так сказать, не одиноки вместе, так сказать, с родителями. Руководитель области Николай Иванович Меркушкин, так сказать, приложил максимум усилий, чтобы передали территорию и недостроенное здание
силовой структуры на улице Врубеля. Это по соседству со областной станцией Юнатов. То есть сейчас готовится проектная документация на строительство школы. Новая школа сможет принять более 800 учеников. Чтобы в будущем подобных проблем с нехваткой мест не возникло, необходимо пересмотреть проекты планировок новых микрорайонов Самары. Об этом говорил губернатор Самарской области на встрече с главой города. Впервые за несколько десятилетий в регионе начали строить новые школы. В этом году в областной столице уже открыли два учебных заведения. Одно на почти 1400 мест в Крутых Ключах, второе в Волгаре. А в декабре начнет работу первая школа в Южном городе. Всего же в ближайшие 8 лет на строительство и реконструкцию школ в Самарской области направят более 33 миллиардов рублей. На эти деньги планируется построить и реконструировать более 60 школ. Еще 300 зданий отремонтируют. Эти возможности – результат участия региона в федеральной программе. Реализация задачи, которую поставил губернатор. Программа будет работать до 2025 года включительно. Начнет работу с будущего года, выделяется правительством 2,8 триллиона рублей на это. Это огромные деньги, и несмотря на все сложности, все равно эта программа утверждена. Программа позволит создать более 50 тысяч новых мест для школьников. И планируется, что к 2025 году все дети будут учиться только в первую смену и в отремонтированных школах. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Детский сад – это серьезно. Проблемы и новинки в дошкольном образовании педагоги страны обсуждают на Всероссийском форуме. Он проводится в Самаре уже в 9-й раз. Поделиться опытом и пообщаться с коллегами приехали участники из Мордовии, Татарстана, Чувашии и Казахстана. Чему был посвящен масштабный форум в этом году, узнала Лариса Шалафаст. Сделать образовательный процесс в детских садах еще более интересным и увлекательным поможет творческий подход, уверены участники Всероссийского форума. К своей работе педагоги стараются подходить креативно. На площадках форума у них есть отличная возможность поделиться опытом. В нашем детском саду работает мультипликационная студия. Создание этих мультфильмов – это очень хорошее сотрудничество дошкольного организации с родителями. Дети очень гордятся своими мультфильмами, везде их показывают. Всероссийский педагогический форум проходит в Самаре в 9-й раз. В нем принимают участие 400 педагогов из Москвы, Самарской области, а также из Мордовии, Татарстана, Чувашии и Казахстана. Участники обсудят государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который вводится во всех детских садах страны. Главная же тема форума – социальное партнерство. Социальными партнерами системы образования, безусловно, является наука. Безусловно, родительская общественность. Безусловно, система здравоохранения и бизнес – который начинает как социально ответственный участвовать в реализации этих стандартов, помогает нам проводить конкурсы педагогов, которые мотивируют их на формирование новых необходимых компетенций. Новые формы и возможности социального партнерства в дошкольном образовании, которые предложат педагоги во время работы профильных секций, войдут в сборник. Он выйдет по итогам Всероссийского форума. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Результаты дорожного строительства обсудил губернатор Николай Меркушкин с министром транспорта Самарской области Иваном Пивкиным. В центре внимания на встрече оказался и бюджет областного дорожного фонда на 2017 год. Говорили об инвестициях из федерального бюджета на ремонт и строительство инфраструктуры региона к чемпионату мира по футболу. А вот на рабочей встрече с председателем Совета ректоров вузов региона Геннадием Котельниковым и главой Самары Олегом Фурсовым главной темой стали цены на проезд в общественном транспорте для студентов. Губернатор поручил еще раз тщательно рассмотреть данный вопрос, обсудить его с представителями общественности и принять оптимальное решение, которое устроит все заинтересованные стороны. Еще одна рабочая встреча состоялась с вице-губернатором Дмитрием Овчинниковым. Говорили о формировании бюджета на следующий год, о кадровых вопросах в муниципалитетах и о новом составе областной избирательной комиссии. Глава Чапаевска Дмитрий Блынский покинул должность. Он написал заявление о сложении полномочий. Дмитрий Блынский возглавлял город с 2008 года. 6 ноября ему исполнилось 60 лет. Это предельный возраст муниципального служащего на таком посту. О дальнейших своих планах Блынский пока не говорит. За гастарбайтерами присмотрят. Сотрудники ГАИ вышли в рейд на поиски нарушителей среди водителей общественного транспорта. Причем особое внимание к тем, кто приехал в Самару на заработки из ближнего зарубежья. Все это не случайно. Кривая ДТП с участием маршруток в последнее время поползла вверх.
Впрочем, Андрей Горгуленко, который патрулировал улицы вместе с дорожными инспекторами, убедился – не все так плохо. 16-й километр Московского шоссе – остановка для 17 городских маршрутов. 12 из них – это маршрутные такси. И таксопарк у каждого маршрута очень большой, а потому к работе нередко привлекаются иностранные водители. В основном это представители стран ближнего зарубежья. И пока, чтобы перевозить пассажиров, им достаточно водительских прав своей страны и специального разрешения на работу. Но уже летом 2017 года потребуются международные права особого типа. Многие водители уже в курсе. Да, это знаем, да. Готовитесь к экзамену? Да. У Вазерченой с документами все в порядке, но не все мигранты такие сознательны. Вот, к примеру, еще один гость из Братской Республики, Бахтияр, забывает вовремя оплатить свои штрафы. Третья полоса. Штраф. И за грязный номер. То есть полихач любите, да? Да. Не, ну, так получилось. Проверяют не только неоплаченные штрафы. Необходимо, чтобы вся документация для работы была в порядке. И техническое состояние автобуса было отличным. Рейды связаны с наступлением холодов, к которым граждане южных республик не привыкли. В ноябре уже произошло 5 ДТП с общественным транспортом, в которых погиб один человек. В 4 случаях виновными были именно водители маршрутных такси. Получая разрешение, патенты на разрешение работы осуществлять пассажирские перевозки. И не зная, как вести себя в наши, скажем так, неблагоприятных условиях, погодной, скажем, вот зимней именно на данный момент обстановке, как вести себя на дороге. Рейды выявляют и самые частые нарушения маршрутчиков. Это заблокированные аварийные двери и превышение количества пассажиров. За каждое нарушение придется заплатить по 500 рублей. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Сразу 2 нестандартных дорожных происшествия случились в Самаре. В соцсети появилось объявление об угоне 3 экскаваторов. Машины исчезли в ночь с 14 на 15 ноября на трассе М5 в районе ресторана «Русская охота». Пока неизвестные катаются на спецтехнике, на Московском шоссе произошел еще один курьезный случай. Очевидцы записали на камеру мобильного телефона, как группу людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. Во вторник утром от улицы Авроры до Революционной образовалась огромная пробка. Выяснилось, что на первой полосе по направлению в город встали троллейбусы. По данным ТТУ, здесь была повреждена контактная сеть. На месте работали специалисты управления. На данный момент повреждение устранено, движение троллейбусов восстановлено. Далее коротко о других темах дня. Самарские судебные приставы обязали неплательщика налогов погасить крупную задолженность. Речь идет о компании, занимающейся обработкой металлов. Предприятие накопило более 2 миллионов долгов по налогам, поэтому приставы наложили на него запрет на регистрацию служебного транспорта. На данный момент неплательщик полностью погасил недоимку. Экс-главбух МВД в Новокуйбышевске похитила более 800 тысяч рублей. Эти деньги были выделены из федерального бюджета на содержание личного состава. По версии следствия, в декабре 2015 года главбух, находясь в служебном кабинете, их похитила. Уголовное дело рассмотрит Новокуйбышевский городской суд. До окончания дачной амнистии осталось 1,5 месяца. Начиная с 1 января 2017 года узаконить свои дачные строения жителям региона станет сложнее. Последние 10 лет вопрос регистрации индивидуальных жилых и дачных домов, гаражей и садовых участков решался по упрощенной схеме. За это время ею воспользовались 240 тысяч заявителей. Тем же, кто не успел, следует поторопиться. В четверг в магазинах губернии нельзя будет купить алкоголь. 17 ноября – Международный день студента. Закон о мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области включает эту дату в число тех, когда в регионе запрещается розничная продажа спиртного. 17 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет выставка пожарной техники. Все желающие смогут посмотреть на образцы техники, примерить боевую одежду пожарного и сфотографироваться в ней, задать вопросы специалистам. Выставка приурочена к 175-летию со дня образования пожарной охраны Самарской области. Время работы с 10 до 16 часов. Для тех, кто ввязался в ипотеку, есть хорошая новость. Работодатели могут запретить увольнять таких сотрудников. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть продолжает дорожать. За один баррель марки Brent дают $46.65. Американская валюта дешевеет. На 17 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 54 копейки. Евро 69 рублей 23 копейки. Золото стоит 2590 рублей. Серебро 36 рублей 24 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 96 копеек. Дороже всего продать за 62 рубля 84 копейки.
Нелегальный ввоз ювелирных украшений в страну снизился практически до нуля. Заниматься контрабандой стало просто невыгодно. Российским компаниям могут запретить увольнять сотрудников, у которых оформлена ипотека. Депутаты предлагают наделить ипотечников преимуществом и при сокращении штата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. А в Самаре для тех, кто ищет работу, в ДК Литвинова 17 ноября пройдет общегородская ярмарка вакансий. Рабочие места предложат 60 предприятий города. На этом все. Удачи в делах! Вся Самара знала его как купца, построившего кирху и кумыс-лечебницу. И только одна женщина обращалась к нему – мой миленький дружочек Жоржик. Самарцам рассказали о любви купца Егора Анаева к его первой супруге. До сих пор неизвестно, сколько именно они прожили в браке, но именно о ней он написал свои мемуары в глубокой старости. История любви, по которой можно снять кино, поразила Марину Матвейшину. Единственный купец-романтик в самарской истории. Егор Анаев, построивший в Самаре кирху, оставил потомкам еще одно бесценное наследие – автобиографические заметки. Личный фонд купца историки обнаружили в архивах области. В 71 год мужчина написал воспоминания о жизни. Сохранились и фотографии самого купца, его второй жены и их восьмерых детей. Но нет ни одного фото его первой супруги Марии Осиповны Зельцер. Однако именно о ней единственной он пишет свои мемуары. Профессор Зоя Кобызева уверена, Мари и есть любовь всей его жизни. Многие возразят мне, потому что наши краеведы, которые занимались этой проблемой, они не все считают, что первый брак купца Егора Никитича Анаева можно назвать счастливым браком. Вот. И они даже очень многие считают, что эта первая жена была такая вот не совсем нормальная барышня, ну, истероидная барышня. А я думаю, почему нет? Именно так их и любят. Историю купеческой любви Зоя Кобызева рассказывает буквально в лицах. Слушатели ловят каждое слово лектора, каждое движение мимики. В свете рассказанных событий Самарская кирха перестает быть просто зданием и памятником истории, признаются слушатели. Как и другие места и дома, о которых рассказывают на открытых лекциях. Это заряжает. И с зарядом этой энергии хочется жить дальше, узнавать историю своих родных, близких. Хочется знать, как же жила моя тут прабабушка, прадедушка, как они жили, каким воздухом дышали. Открытые лекции – это уникальный проект, который реализует «Самарская газета». Ученые, краеведы, филологи рассказывают о Самаре, людях, событиях, характерах. Если раньше лекции проходили в редакции, то теперь послушать их можно в городских библиотеках. Как и раньше, абсолютно бесплатно. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События». В полку самарских кадетов прибыло. Ученики 177-й школы, что в Куйбышевском районе Самары, принесли присягу. Пока в этом учебном заведении лишь 180 ребят носят военную форму, но их число растет в геометрической прогрессии. И уже через 2 года школа может стать полностью кадетской. Почему военная романтика так манит школьников, выяснил наш корреспондент. Илья Проскурин немного волнуется, но, как и положено командиру отряда, внешне сохраняет спокойствие. Четко прочитав присягу, получает удостоверение и встает в строй. Теперь он настоящий кадет. Я горд, что я стал кадетом, а не в обычной школе. Зато я буду, возможно, какое-нибудь звание большое получу. Вместе с Ильей приняли присягу и получили свое удостоверение 138 новых кадетов. С этого дня в школе 180 ребят будут носить военную форму. Кадетским движением в Куйбышевском районе Самары гордятся и активно развивают его. Действительно, это школа гордость района и будет дальше развиваться эта школа. И, соответственно, планируем, что где-то через 2 года, когда большая часть учащихся этой школы примут присягу, станут кадетами, соответственно, школа уже будет у нас не с кадетским уклоном, а будет полностью кадетская школа. Радоваться торжественному дню присяги у кадетов времени будет немного. Уже завтра продолжится серьезная подготовка. После этого ребят ожидает ежедневные трудовые будни, учеба усиленная. Ну и помимо этого, после обеда у них очень напряженная подготовка. Я имею в виду в смысле военной подготовки. А подготовка эта включает в себя футбол, тхэквондо, каратэ, хореографию, строевые, огневые, тактические учения. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Булгаков, Чехов, Фанвизин на самарской сцене. В муниципальном театре
Камерная сцена – снова триумф русской классики. На этот раз свое видение представили режиссеры из Москвы, Ульяновска, Орла и подмосковных Химок. Это уже второй фестиваль в таком формате. На открытии и первом спектакле побывал Олег Зверев. Музыкальный инструмент как средство изображения наркотических иллюзий. Трагедию доктора, ставшего морфинистом, артисты театра «Однажды дома» из Химок поставили в жанре драма на электрогитаре. Спектакль по рассказу Булгакова на самарской сцене. В муниципальном театре «Камерная сцена» начался второй всероссийский фестиваль «Русская классика. Страница прозы». Участники – артисты из разных городов России. Химкинский театр уже приезжал на фестиваль 2 года назад, тоже с постановкой Булгакова. Даже вот в Москве около 300 театров, и мало кто посещает друг друга, да, потому что, ну, во-первых, и времени, и сил, наверное, еще, и желание, вот это какая-то вот такая обособленность некоторая. И фестивали – это, наверное, одна из немногих и единственных возможностей вообще посмотреть другие коллективы, пообщаться, и, ну, и, конечно, себе показать, безусловно. Потому что это такое, это очень интересно, во-первых, проверить себя спектакль на другой площадке, как он работает. В программе фестиваля только классика, участники и столичные, и провинциальные театры. Произведения русских писателей всегда в тренде, и сегодня у самарских зрителей есть возможность снова перелистать страницы прозы, посмотрев на них новым взглядом, так, как их видят режиссеры из Москвы, Ульяновска, Орла и, конечно, Самары. Этот замечательный фестиваль «Русская классика», не просто «Русская классика», а «Страницы прозы». Это ведь очень большие, великие писатели. И очень много езжу, и у меня очень много интересных фестивалей, и поэтому я не могу отдать предпочтение столичным фестивалям и театрам. 5 театральных вечеров и все русская классика. В программе «Станционный смотритель» по повести Пушкина в исполнении московского «Апарте». «Чудаки» по рассказам Чехова и Шукшина от Орловской свободной сцены. «Возвращение Платонова» спектакль Ульяновского драмтеатра и завершает цикл «Недоросль» Фонвизина в исполнении самарской труппы. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Военные летчики вошли в крутое пике высшей хоккейной лиги. Самарская команда проиграла 7-й матч подряд. В последнем домашнем поединке летчики не смогли забросить ни одной шайбы. О причинах такого плачевного результата расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Военные летчики потерпели 7-е поражение подряд в высшей хоккейной лиге. На этот раз и родной лед не помог. Мордовия 2 жда держала верх 3-2 и 5-0. Вчера получилась хорошая игра с нашей стороны. Задание играли. Сегодня чуть-чуть, видимо, повезло больше сопернику, реализовал моменты. В начале игры сразу пропустили гол такой ненужный. Ну вот, видимо, посыпалась команда. Во втором поединке ЦСКА ВВС не забросил ни одной шайбы. Военные летчики пропустили первый гол в первой же атаке Мордовии. Отличился Антон Дубинин. В этом матче он трижды поразил ворота самарской команды еще по разу в первом и третьем периодах. Это уже второй хет-трик саранского нападающего в этом сезоне. После него эстафету по заброшенным шайбам подхватили Медведев и Обозин. Настроены были только на победу. Соперник, видно, послабее нас уровнем. Классом у нас более мастеровитая команда. Все 4 звена ровные. Сегодня вообще сыграли строго, на ноль. Помогли вратарю. Приятно, когда на ноль играешь. Во втором периоде страсти накалились. Одинаковое количество бросков по воротам и на высоте оказались голкиперы обеих команд. Клубы показали и отличный оборонительный хоккей, оставаясь в меньшинстве. 3-5. Игра и сегодня была там до забитой шайбы. Когда провели 2-0, я считаю, что мы играли втроем, там полтора минуты, забей хозяева гола, и неизвестно, как бы все это случилось. Они дают бой всем. Я так посмотрел, у нас, наверное, самый молодой, у вас самый старший игрок. То есть вот так. Поэтому ребята поопытнее там. Получилось, то забили. Они молодые, они стремятся учиться, они имеют право на ошибки. Для них каждая смена – это подвиг. Обыграть более мастеровитого, более опытного игрока, создать момент – это дорого стоит для них в их возрасте. Второй матч молодые военные летчики проиграли со счетом 0-5. Мордовия в этом сезоне взяла 3-ю двойную гостевую победу и вышла на первое место в высшей хоккейной лиге. ЦСКА ВВС планирует на 7-м из 10 возможных. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на Самара ГИС и смотрите все самое интересное в качестве HD. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова